Так, всем привет! Сразу предупреждаю, что это не основной видос, то есть то, что я обещал на прошлой неделе, то, что будет на этой неделе, оно и будет на этой неделе. Это так, замануха, во-первых, все раскрыть то, что есть, потому что в обзорах никаких распаковок, естественно, не будет. Ну и также заинтриговать и рассказать про вектор на будущее, что стоит ожидать в ближайшее время. Собственно, естественно, эта сборка и будет в ближайшее время на канале. ВКонтакте я уже выложил фотографии всего того, что тут представлено, и сразу меня, собственно, там и спросили, а купил я это, точнее, даже не купил, а это сборка для тестов, или это мною купленное для меня. И тут, в общем-то, точного ответа я дать не могу, поскольку это собиралось и по причине того, что мне нужно заменить компьютер, и, естественно, для того, чтобы было что интересного рассказать вам. Естественно, покупался на мои деньги, никто мне ничего не давал. Поэтому все будет честно, максимально объективно и, в общем, то, как я и люблю. Собственно, какая основная идея? Основная идея – это сделать компактную сборку на мини ATX-плате. Корпус тоже тут рядышком стоит, я его попозже покажу. И, собственно, идея сделать не просто сборку, а чтобы это была максимально, можно сказать, мощная сборка в рамках такого вот небольшого корпуса. Собственно, что нам понадобится тут? Это, естественно, мини-ATX-материнка. Она на Z170 чипсете, но, в общем-то, пока даже не анонсировали ничего на Z270, чтобы меня устраивало, скажем так. И чтобы потом это все хорошо было в тестах. Потому что, естественно, вначале будет все самое интересное по кабелейкам. Почему-то многие, у кого оказался кабелейк, решили прогонять его видеоядро. Я не знаю зачем, потому что по топологии, по фотографиям, которые Intel сделали к моменту релиза, было видно, что графика-то, собственно, не поменялась. И не поменялось, в общем-то, ничего, кроме пентиумов. Пни стали теперь поддерживать гипертрейдинг, то есть фактически они стали продолжением вниз линейки i3. Собственно, они, наверное, наиболее интересны всем. В том числе и мне, но тем не менее процессор был куплен i7-7700K. И основная цель была от того, что из этого процессора можно сделать любой процессор. Ну, естественно, с точностью до объема кэша. И, в общем-то, кэш, он влияет на игры. Это будет проблема, я об этом буду говорить в видео, где будет, собственно, видео про пни. Но пни это достаточно серьезное нововведение. Дело в том, что последние изменения в том, что есть i3, i5 и i7, было только во втором поколении. Собственно, в первом поколении у нас были двухъядерные i5, и остальное, в общем-то, не поменялось. То есть это первые изменения, начиная с 2011 года. То есть до 2011 года и по сей день i3 были i3, i5 это i5, i7 это i7. И теперь у нас Pentium это i3, i3 это i3. В общем, неразбериха. Нужно точно представить, что это за процессоры, какая им нужна графика, как эти процессоры встроены в остальную линейку, то есть точно понять, что теперь новые пни. Собственно, будет целых три видео, они все будут разные, то есть это не тесты трех разных на трех разных частотах, это будет действительно три разных видеоролика. Собственно, это будут первые три ролика, которые будут относиться к этому компьютеру. Опять же таки напоминаю то, что следующее видео, которое будет в субботу утром, оно было, как я и обещал. А дальше будет уже видео с этой системой. Первые три ролика я постараюсь сделать достаточно компактно по времени, то есть, может быть, даже в одну неделю будет три ролика. Ну и, собственно, дальше мы пойдем по возрастанию. То есть это K5, K7, но, естественно, там не будет просто тесты процессоров. Вот тут i5, вот смотрите, что тут. Есть, в общем-то, некоторые интересные идеи, я их не буду сейчас раскрывать, потому что я знаю, что мой канал смотрят мои коллеги некоторые. И, в общем-то, пока нет аналогов тем видео, которые я планирую, коллеги превращаются в конкурентов. Поэтому, ну и для вас интрига будет. Поэтому раскрывать подробности я не буду, но сразу скажу то, что видео итоговое, когда у нас закончится без разгона все тесты всех процессоров в линейке, итоговое видео будет, которое соберет все данные, оно будет только 11-е
То есть вы должны понимать, насколько много будет видеороликов. Единственное, из этих 11 два ролика будет про SSD-диски, то есть того, что сейчас здесь нету. И один ролик будет, можно сказать, вступительный, когда мы перейдем к i5, из-за того, что у меня графика только RX 470, будет видео о том, что происходит с загрузкой процессора, когда мы меняем разрешение, и некоторые другие настройки, которые, ну, практически не влияют на процессорную производительность. Собственно, мы обозначим то, что они не влияют, ну, или влияют минимально, определим погрешности, с которыми будут происходить дальнейшие тесты, и тогда, собственно, уже приступим к тестам, на которых у меня заведомо не хватит видеокарты, чтобы действительно на всех ультранастройках Full HD разрешении проводить тесты процессоров. Ну, давайте уже распакуем материнскую плату, а то как-то распаковочки тут долго идут. О, этикеточки тут есть. Собственно, сейчас никаких тестов не будет, никаких обзоров не будет. Просто показать хочу вам все железо и вот так вот постепенно рассказывать, что планируется в ближайшее время. Ох. Так, на радиаторах вроде нет ничего. М.2 здесь сзади. Огромное количество портов, как вы наблюдаете. Но это будет в отдельном тесте материнской платы. На материнскую плату будет на самом деле два теста. Первый это мы возьмем, ну, практически стоковый i7, то есть чуть-чуть погоним. Я к этому еще вернусь, то, что разгон будет в несколько этапов. Тем не менее, будет первый этап, это просто обзор материнской платы, то есть мы на нее посмотрим, посмотрим на порты, посмотрим, что она из себя представляет, что там в биосе доступно, а второй обзор, это будет уже чисто оверклокерский обзор, поскольку материнская плата, скажем так, среднего уровня, а для мини ITX она чуть выше среднего уровня, то есть она уже считается предтоповым, в том числе по оверклокерским способностям. Даже у Asus только одна плата, которая идет выше, чем это по рангу фактически в этом форм-факторе. Собственно, почему я не стал покупать 270-ю? В частности, представили уже свои варианты MSI, ну, в этом форм-факторе. Но там они мне не понравились на самом деле. Версия, которая была 170 чипсетом. Поэтому я не решился покупать 270-ю. То, что идет взамен этой платы у Asus, оно становится не серии просто Asus Pro Gaming, оно становится серии ROG Strix Gaming. Соответственно, в ту же цену добавляется куча подсветок, добавляется еще не пойми чего, добавляется, ну, реально куча всякой мишуры, и сразу было мне заметно, что по меньшей мере убрали одну линию питания. То есть, скорее всего, это линия именно процессор, потому что, ну, здесь сложно определить, какие линии куда, потому что на память и на все остальное они все выглядят одинаково. Поэтому сложно сказать, процессор лишили или не процессор. В общем, преемник этой платы для разгона будет хуже. Ну, скорее всего. Тут уж точно нельзя определить, не имея обоих плат. Или обеих, не знаю, как правильно. Так, посмотрим, что здесь в коробочке лежит. Тут пустой контейнер. Дальше. Антенка Wi-Fi. Вот она замечательная какая. Вот такая вот симпатичная антенка. Так, саташников только два. Или нет, четыре. Саташников четыре. У нас есть два угловых и два прямых с обоих сторон. Есть вот такая вот рамочка, чтобы для особо тупых. Есть задняя панелька. Есть... Что же это такое? Интересно мне. Придется распаковать, так непонятно. А, понял. Это штуковина, чтобы подключать переднюю панель сразу всей колодкой. Тоже полезная вещь, на самом деле. Так. Какие-то непонятные мне приблуды. Это может быть М2 крепить, потому что я не знаю, я не видел. Нет, вот М2 крепить. Это еще какой-то непонятный мне крепеж. Честно говоря, даже не знаю. Ну, дальше тут бумажки, инструкция.
у нас... Эх, что-то уже порвал. А, вот еще у нас есть... Как это называется-то? Ну, в общем, кабели помечать. На вот тут вот такой хомутик, на нем можно написать, от чего это кабель. Порвал я. И тоже ненужную бумажку. Так, инструкция здесь имеется. На каких языках инструкция имеется? Ну, наверное, только на английском. Да, нет, еще тут в конце какой-то азиатский есть язык. А, это уже с предупреждением. С предупреждениями на нескольких языках. И тут карта платы, ну, показано, из чего она состоит. Ну, в общем, ничего интересного больше нет. Антенка красивая, конечно. Вот она, антенку мы сюда ставим. Тут мы откипим сейчас все. И антенку мы здесь оставим. Вот так вот, пускай она стоит. Радует нам глаз. Так. Ну, а мы приступаем к дальнейшей распаковке. На этом у нас все не заканчивается. Да, кстати, еще одна небольшая деталь, которую я вам не сказал. Дело в том, что материнская плата на Z170 чипсете, естественно, может из коробки не принять процессор Kaby Lake, поскольку она рассчитана только на Skylake, поэтому... На случай, если не запустится на Kaby Lake, я купил самый дешевый Celeron. Он, кстати, нам еще пригодится. Во-первых, на нем я буду тренироваться скальпированию. Такие планы тоже есть. Как я уже сказал, разгоны будут в несколько этапов. Вначале будет такой слабенький, чуть выше стока, на небольшом кулере. Потом будет чуть похардкорнее, потом уже будет совсем хардкорно. Но мы останемся все равно в пределах мини-ATX корпуса. Мы останемся в пределах воздушного охлаждения, но со временем мы будем разгоняться все сильнее и сильнее. Но сразу скажу то, что разгон будет совсем не скоро, то есть ближайшие 3 месяца у меня хватает тем для видосов без разгона. То есть, несмотря на то, что это i7-7700K, он покупался, естественно, в большей степени для того, чтобы протестировать всю линейку целиком. То есть мы переделываем этот процессор в разные и тестируем абсолютно всю линейку 7-го поколения, ну, с погрешностью до кэша 3-го уровня в процессоре. Собственно, что нам еще понадобится? Нам понадобится оперативная память. Это оперативная память от Goodram. И, как вы видите, она на 3 ГГц. То есть из коробки она уже разогнана. Ну, точнее, у нее прописан XMP-профиль самой памяти. Собственно, самое интересное, это если посмотреть на то, что здесь написано тайминги 15-15-15, и при этом напряжение по сайту Goodram у нее 1,2 вольта. То есть это абсолютно стоковая память со стоковыми практически для DDR4 таймингами, и при этом на стоковом напряжении и 3 ГГц. То есть такую память больше я нигде не видел. Даже больше скажу, то, что там, где я уже кидал ссылки на эту память, ну, естественно, не только кроме своей группы я это делал, там люди сразу просили меня первым делом проверить, действительно ли все указано верно, потому что я сам, когда увидел эти параметры, первым делом зашел на сайт, и там, кстати, тайминги были другие, там тайминги были 15-17-17, так что насчет 1,2 вольт тоже пока непонятно, но это тоже проверим. На самом деле, я первым делом, наверное... Ну, после того, как соберу компьютер, я это проверю, и в своей группе я сразу напишу, действительно ли в XMP-профиле записано 15-17-17-35, и действительно ли это работает на 1,2 вольта. Собственно, возвращаясь к вопросу поэтапного разгона. Для начала... Вот это уже интересно открывается. Для начала будет стоять вот такой вот замечательный кулер от Creoric. Это Creoric H7, он достаточно крупный, но он, сразу скажу, рассчитан практически только на сток этого процессора. Хоть у него и 130 Вт записано, как его отсюда извлечь, интересно мне. Так, тут что-то еще открывается, вот, все, наверное, теперь можно вытащить.
кулер достаточно интересен, в первую очередь именно для мини-ETX корпусов. Дело в том, что если на него посмотреть, ладно, сейчас не буду доставать, здесь не сняв кулер, нельзя вытащить вот этот провод. У него смещены трубки от центра. То есть начало вентилятора, несмотря на достаточно большую ширину кулера, точнее конец вентилятора, не встает туда, где оперативная память. То есть кулер не перекрывает планки оперативной памяти, при этом вентилятор здесь 120-миллиметровый. Это одно из немногих, на самом деле, решений, которое позволяет с такой высотой башни поставить 120-миллиметровый кулер. Ну и чисто внешне он мне нравится. К тому же это отличный кандидат, на то, чтобы действительно на практике показать, из чего состоит кулер и какие у него задачи. Дело в том, что здесь есть определенные проблемы конструкции. То есть есть, ну, из чего кулер состоит. Это подошва, трубки, радиатор, вентилятор. Здесь это все очень несбалансировано. И после того, как мы проведем практическое тестирование этого кулера, будет видео, где я буду рассказывать, как подобрать кулер. И, собственно, опираясь на те данные, которые мы получили от этого кулера, можно будет теоретические данные, практические данные совместить в одном прекрасном видео, которое будет очень полезно. И каждый из вас сможет вот так вот посмотреть на картинку и да, все понятно. И так для любого кулера, в принципе. Там ничего особенно такого сверхъестественного знать не надо. Надо просто понимать те процессы, которые происходят во время передачи тепла. Здесь еще был пакетик с силикогелем. Не знаю, что тут может промокнуть, испортиться. Он весь никелированный. Так, посмотрим, какие есть крепления. Крепления, судя по всему, в боковых частях расположены. И этот кулер, сразу скажу, не поддерживает сокет 2011-3. То есть он рассчитан только для AM3, AM2. Тут должно быть где-то это написано. Вот. FM1. FM2, FM2+, AM2, AM3, AM3+, и обычные 1150 и так далее. Здесь крепление бэкплейт общий и на AMD, и на Intel. И, судя по всему, крепление действительно общее на все. У нас также имеется термопаста KR7. Там, по-моему, у них есть что-то подороже, еще КР-9, что ли, что-то такое. Может, они только объемом отличаются. Второй набор рамок. То есть можно второй кулер поставить без проблем. И мануал. Ну, я не думаю, что здесь что-то интересное, кроме принципа установки. Принцип установки, естественно, посмотрим в обзоре. Термопаста тоже будем в обзоре тестировать эту. Сравним ее с MX2. Ну, потому что у меня есть MX2, и MX2 это, в принципе, ну, такой оптимальный выбор, на мой взгляд. Так, и остается нам на самом деле только лишь корпус. Наверное, самое интересное любой мини-ATX сборки, то есть мини-ETX сборки, это то, насколько она в итоге маленькая получится. Это, в принципе, зависит исключительно от корпуса. Сейчас мы его вскроем. Это корпус ThermalTake. Сейчас, подождите, я подальше микрофон наберу. Так, это ThermalTake Suppressor F1. Довольно дешевый корпус, но он также очень практичен будет мне в тестах. Я покажу вам сейчас, почему. Так, я, наверное, на пол его сейчас уберу и достану сразу уже корпус. Так, корпус находится в пенопластовом блистере таком. Сейчас снимаем эти пенопластовые. И, собственно, вот низ. Сейчас распакуем. Как видите, корпус не очень большой. Мне он будет в первую очередь удобен, потому что я его могу разместить на столе, если, например, что-то снимать или еще что-то такое. Обычный корпус мне разместить, к сожалению, практически негде.
При этом объем корпуса на самом деле не намного меньше, чем объем обычных корпусов. То есть он очень широкий. А широкий он по одной простой причине. Здесь материнская плата стоит не вертикально, а горизонтально. То есть на нижней полке находится блок питания, на следующей полке находится непосредственно материнская плата. И, соответственно, башня повернута вверх и будет видна через верхнее окошко. На самом деле все три панели боковые, то есть верхние две боковые, они взаимозаменяемые. Оп, снимаем пленочку. Раз, пленочка. Так, тут тоже есть пленочка. Так, она немного грязная, кстати. Это все почистить можно. Вот, кстати, дверцы очень небольшие. Можно сравнить, например, дверца и Surface Pro. По габаритам сразу видно, что корпус все-таки не очень крупный, тем не менее его объем довольно большой. То есть это не такая вещь, которую положил и все. Здесь все стенки могут меняться местами. То есть, например, можно вот эту поставить наверх, а вот эту поставить в бок или в другой бок. Собственно, все три снимаются. Что это нам дает помимо этого? Помимо того, что можно под себя кастомизировать, это нам дает возможность сделать из этого замечательного корпуса, когда это нужно, открытый тестовый стенд. То есть, например, когда начнутся разгоны на канале, легким движением руки этот корпус превращается, это магнитная фигня, типа пылевой фильтр, но она очень крупная, то есть мелкая пыль будет все равно выпадать. Но все равно довольно удобно, пусть и не очень функционально на самом деле. И вот таким простым движением превращается в открытый тестовый стенд, причем еще и с обдувом, поскольку на передней панели, сейчас я ее снимать не буду, установлен ни много ни мало, а 200-миллиметровый вентилятор, причем очень толстый. Это 35 в толщину и 200 миллиметров сам вентилятор. То есть здоровенный вентилятор. И он, естественно, будет обеспечивать и у нас продуваемость корпуса. Так, посмотрим на комплектацию. Здесь у нас имеется винты прорезиненные, может быть, это для харда. Совсем чуть-чуть стяжек, раз, два, три, четыре, пять, короче, стяжек почти нет. Что приятно, кабели у нас находятся в таком плоском виде, хотя концовка их все равно имеет вот такую вот цветную бахрому. То есть, в принципе, если делать по-хорошему красивый моддинговый проект какой-то или около того, то нужно будет утягивать термоусадкой какой-нибудь или оплетать как-нибудь. Так, USB 3.0, ну это понятное дело, без USB 3.0 сейчас ничего нет. В общем-то, комплектация довольно пустая. Но, тем не менее, этот корпус нам должен послужить верой и правдой. И в разгоне, то есть на основе него, должна получиться хорошая система. Внешне он практически ничем не примечателен. То есть корпус как корпус, коробка, коробка. Так, теперь поговорим, что будет еще. Я уже сказал то, что 11 видосов будут до итогового по всей линейке. Затем у нас начнутся уже обзоры железа. То есть первое то, что я хочу, это сделать обзоры кулера. Это будет два видео, как я уже сказал. Первое — это просто обзор кулера, второй — это теоретическое видео по выбору кулеров, исходя из того, как они функционируют. То есть физические процессы будем рассматривать и на теории подтверждать их практикой. Дальше будет уже обзор этого корпуса, я с ним какое-то время должен пожить. Это будет уже какое видео получается? 14-е видео, но оно будет, по идее, через 8 недель от текущего времени. То есть, как вы понимаете, видео будет много, и они будут чаще, чем раз в неделю, по крайней мере, мне хотелось бы, потому что
Если не успею, то будет, в общем, некоторый диссонанс по моим планам. Затем уже начнется после корпуса, будет первый обзор на материнку. То есть это будет обычный обзор, без разгона. Мы посмотрим, что к чему. И это будет уже примерно 9-я неделя. Это будет конец, точнее, это будет где-то середина марта. И как раз в это время выходит Zen. Естественно, будет теоретическое видео по Zen'у. Но на самом деле хотелось бы все-таки иметь практическую возможность попробовать Zen. И мне хотелось бы, и я уверен, что и вам хотелось бы. Так что, что я хочу вам сказать. Этот компьютер я купил, в общем-то, себе по причине того, что мне нужен компьютер. На Zen'е компьютер мне уже как бы не нужен. И тратить деньги я, естественно, такие большие не могу так часто. То есть, как бы, канал у меня убыточен, естественно, как хобби. Но это все-таки перебор. Итого, что я вам предлагаю. У меня будет много видео. И в этих видео, естественно, как вы знаете, есть реклама. Вот такая желтенькая фигня, которая снизу там иногда всплывает. Ну, иногда там всякие эти видео, которые надо пропускать. Вроде как у меня нет таких, которые нельзя пропустить. Вот. Из этого складывается сейчас у меня основная часть дохода. Но это не весь доход. Есть еще ссылки под видео, там на товары какие-то, которые через Яндекс.Маркет. И у меня там по переходу в каждый магазин примерно по 2 рубля мне платят. Это тоже на самом деле очень немного и на компьютер не хватит. Еще сразу скажу то, что заказываться это будет в компьютер Universe, потому что второй кулер, который помощнее, он в России не продается. Кулера мощного, который войдет в этот корпус, на самом деле, ну, в России, в общем-то, не купить. Поэтому будет заказываться через компьютер Universe, и в это же время примерно будет смысл заказывать Zen. Так вот, в новогоднем видео я уже оставлял промокод для скидки в 5 евро в компьютер Universe, и если там накопится какое-то значительное количество баллов, которые я могу перевести в деньги, то купить мне будет проще. Так что у меня есть огромная просьба, если вы где-то видите кого-то, кто хочет заказывать в компьютер Universe, я бы просил оставлять туда мой код, чтобы они вводили и получали себе скидку. Собственно, я получал за них баллы, которые можно будет перевести в скидку. И третье, что я могу вам сказать, как мы можем справиться с этой проблемой, с этим вопросом, это то, что будут смотреть видео больше, чем число моих подписчиков. Дело в том, что ну, мне сейчас хотя хоть 17,5 тысяч, на самом деле реальной активной аудитории, которая ну, постоянно смотрит мои видео, гораздо меньше. В зависимости от тематики, это где-то от 4 до 8 тысяч человек. Это, в общем-то, для YouTube-каналов является нормой, где-то треть от количества подписчиков смотрят видео. Тем не менее, значительная часть просмотров, наверное, у всех на YouTube, это по рекомендациям и так далее. И у меня есть большая просьба. Нам надо попадать большинством видео в рекомендации к другим людям. Как это работает? Во-первых, YouTube предлагает видео тем людям, которым нравятся те же самые видео, что и вам. То есть, когда вы лайкаете ролики, вы говорите YouTube то, что хотите, чтобы это видео посмотрели люди, которым тоже интересна эта тема. Поэтому лайки под видео будут очень важны. Собственно, чем больше лайков, тем больше мы попадем в рекомендации к другим людям, и, соответственно, будет больше шансов у нас наскрести хотя бы на младший Zen, на материнку на АМ4, на кулер на АМ4 и, собственно, сделать сравнительные тесты, потому что Kaby Lake у нас уже есть. И по моим расчетам младший Zen будет стоить вместе с материнкой и кулером где-то в районе 20-ки. Может быть, чуть-чуть дешевле, то есть 18 или 17 тысяч. И мой канал столько денег за 3 месяца не набирает. То есть мой канал может набрать, ну, 7-8 тысяч. Просто так, если мы не будем мне помогать. И самое главное, что помощь должна быть не только в этом.
YouTube теперь смотрит на время просмотра видео, то есть на среднюю длительность и так далее. И моя просьба – смотрите видео до конца. То есть видео выходит, вы его смотрите. Там надоело, может быть, что-то. Ну, выключайте звук, можете просто так дать ему доиграть до конца. Это очень-очень-очень-очень-очень важная фигня, без которой нужное количество денег нам за 3 месяца точно не собрать. А на самом деле очень хочется, потому что Zen действительно это что-то, скорее всего, новое. И новое, но действительно принципиально новое именно с точки зрения подбора комплектующих. Потому что, например, нам сказали то, что ну вот этот аналог турбобуста, он динамически меняется. Собственно, как я, например, вам рассказывал про андервольтинг, как определяется частота для RX-ов видеокарт. Также будет возможность рассказать, как это работает с Zen-ами, потому что вполне возможно то, что на одинаковой системе, но с корпусами с разной продуваемостью, у вас будет стоковая разная производительность. То есть это уже что-то такое непонятное. И хотелось бы, конечно, естественно, и сравнить с аналогами Intel и по производительности, и по цене. То есть найти пару, которая соответствует по производительности, найти пару, которая соответствует и по стоимости, и сделать сравнительные тесты. Естественно, интересна и сама новая платформа AM4, поскольку непонятно, что она из себя будет представлять, что там будет с разгоном, как это будет работать. Там вроде как по меньшей мере переименовали шину гипертранспорта и шину, которая внутри ЦПУ, собственно, в Intel шина, которая внутри ЦПУ называется кольцевая шина, то, что в Ryzen'ах будет, это будет называться так же, как и шина, которая идет к чипсету. То есть вообще абсолютно ничего не понятно на самом деле. И много таких моментов. Мне самому было интересно бы попробовать Ryzen, и я уверен, что вам было бы интересно. Так что я прошу вас лайки, смотреть видео до конца и, естественно, по возможности писать комментарии. То есть если интересует какая-то тема, просто пишите ее под роликом. Неважно, та тематика, не та тематика у видео. Просто берете и пишите комментарии, общаетесь друг с другом. Собственно, это должно привести к тому, что будет больше просмотров, не подписчиков. И, собственно, будет возможность наскрести денег на Ryzen. Донатами, на самом деле, я собирать не хочу, поскольку у меня сейчас вот висит 600 рублей, которые на бушную видеокарту, и оно, в общем, по ощущениям у меня складывается то, что я должен нескольким тысячам людям деньги. Это очень какие-то странные ощущения, мне они не нравятся, и я бы хотел донатами ничего не набирать. То есть какая-то фиговая тема, донаты зло, короче. А вот такими вот методами, то есть просто смотреть до конца, ставить лайки, быть активными в комментариях, это должно очень сильно помочь. Итого, на самом деле, после того, как выйдет Ryzen, еще у нас будет видео, конечно, уже чуть-чуть по разгону. Мы начнем чуть-чуть разгонять. Вначале будет небольшой разгон, потом мы посмотрим на оперативную память, что у нас может по разгону. И в итоге, к тому моменту, как предположительно сможет дойти посылка, это будет уже практически апрель, то есть это, скорее всего, конец марта-апрель. И к этому моменту будет целых 20 новых видео. То есть это примерно столько же, сколько вышло в прошлые полгода, выйдет в следующие 3 месяца. То есть в 2 раза больше видео, чем было раньше. Надеюсь, я смогу это осилить. Ну вот что-то не уверен. Но надеюсь, что смогу. Ну а пока ждем видео про пентиумы новые. Мне кажется, это самые важные видео. Следующие 3 ролика это будут очень важные видео, поэтому я их делаю в первую очередь. Ну а пока, всем пока и до новых видео!